Новый этап борьбы за разрушенный санаторий «Красной зори» продолжается. Теперь стороны Укрпрофздравницы и строительная компания «Будлайф» сражаются в апелляции. Там дело оказалось после того, как в декабре 2019 года Укрпрофздравница смогла отстоять право на свое имущество. А вот несогласный с этим застройщик решил обжаловать решение Приморского суда. На первом заседании адвокат госструктуры заявила отвод судье. Оказалось, что, исходя из декларации председательствующего судьи, он родственник одного из представителей застройщика. Есть родственные связи с Бакаяновым Сергеем Ивановичем. Бакаянов Сергей Иванович, согласно той информации, которую я нашла в интернете, которую, я так понимаю, раскопали журналисты, он является родным братом Бакаяновой Ларисы Ивановны, которая, в свою очередь, является руководителем и директором юридической компании «Лаурус». Юридическая компания «Лаурус», согласно документа, который подал сам Данилов, представитель «Будлайф Инвест», является его непосредственным руководителем. Речь идет о том, что адвокат «Будлайф» Артем Данилов указал в своем больничном место работы ту самую юридическую контору, которую возглавляет родственница судьи. Сам адвокат говорит, что про компанию не слышал, а больничный заполнял не он. Я не знаю, что это за компания «Лаурус». Я не заповнював цей лікарняний лист, його заповнював працівник медичної установи. Напевно, що, ну, я можу лише припустити, що це не побачимо. Чтобы прояснить ситуацию, суд решил истребовать от пенсионного фонда данные об уплате обязательного сбора Даниловым, а также от компании «Лаурус» ответа, работал ли там такой юрист. Как только появятся эти документы, решится и вопрос с отводом судьи, а пока в деле объявлен двухнедельный перерыв.